Игорь приехал с проблемой шеи, боли в шейном отделе и грудной отдел. Вот. Проблема была в том, что были напряжены мышцы и спазмировалась шея, то есть не мог спать на левом боку и спал всегда на правый бок. И мышечные напряжения. Также был шум в ушах в левом ухе. Вот. Помогло максимально TR. Лазерная терапия и, как называется она? Плазма. Плазма, да, очень. Еще глаз, кажется, тоже. Да, и проблема была глаза. Проблема была с левой стороны, и страдал левый глаз. Постоянно была боль. Ну, раз в месяц у меня очень сильные были боли. Правый глаз. То есть это было связано с левой стороной шеи. Синдром позвоночной артерии. Синдром позвоночной артерии, да. Ну и в течение 3 дней пошло улучшение. Сейчас вся эта сторона стала свободна, намного отпустила полностью. Правая сторона немножко, но давали уклон на левую сторону, лечили и правую. Но за первый раз это срок малый. 9 дней, да, 9 у нас дней, вышло? Да, 9 дней. Надо еще курс лечения пройти. Ну, второй курс надо, знаешь, сколько? Да. Дней 15 сделать, чтобы мы успели прокапаться, дней 10. Да. Да, вот. Да, и ударить по... И вторым курсом можно будет делать нормальную мануалку раз через 3 дня. Угу. То есть 3 дня лечимся, мануалка. 3 дня лечимся, мануалка. Да. И за 15 дней выйдет там 3-4 раза всего лишь, понимаешь? Да. Тоже много нельзя мануалить, чтобы онковертебральный артроз, который есть уже, не пережал заново эту артерию. Угу. Почему я сегодня... Вы уезжаете и не хотел. Вдруг где-то я что-то не так. Давай. О, пациенты раздвоились. А у меня была шея. Вот сейчас уже практически выровнялось все. Но был первый раз, и гор был вот так. На первом видео, вот, да, видно. Да, да. Есть первое видео. А сейчас вот я. Вот все, там уже считаю. А стань боком. Да, вот так, да, боком. Да. Четко видно. Чуть-чуть еще видно. Но легкость появилась? Ну, легкость, да. Все-таки в течение 2 недель. Ну, попробуйте еще раз 10 дней на плазму к Юле. Да. Мне приятно на него смотреть, он стал веселым. А то он всегда такой угрюмый немножко. Это потому, что у меня нет... Мы теперь друг друга поддерживаем, все нормально. Ну, спасибо. Самое главное, снялся эмоциональный стресс вот этими препаратами, которые прописал Виталий Владимирович. Снялось на нервное напряжение. Появилась вот, радость жизни. Да, да. Да, и нормально. Перестали пить водку. Мы практически не пьем, только для аппетита. Только ром. Ну все, удачи. Спасибо. Все, удачно доехать. Спасибо.